Всем привет, продолжаем с вами продвигаться по сюжету игры Демонтаж. Стартуем. Выбираем сюжетный режим и будем выполнять задания от наших старых знакомых. Так, что там за новости? Видимо, то, что я до этого разбомбил. В округе Леккель произошел еще один. На этот раз жертвой стал Гордон Ву. Антон Вульф. Я говорил с сотрудниками Артидес о замене фудкорта на новый парковочный гараж. Я очень хочу получить эту работу. Если фудкорт, ну вы понимаете, исчезнет, это может ускорить процесс принятия решения. Нам нужно будет разбомбить фудкорт? Давайте смотреть. Расчистите территорию и подготовьтесь к сносу, не причинив никакого ущерба фудкорту. Отдохните в спасательной машине, когда будете готовы. Снесите не менее половины фудкорта во время фейерверка и покиньте место происшествия. А как можно подготовиться, то есть таскать газовые баллоны? Смотрите, мы впервые здесь. Скрытый хаос называется здание. Давайте съездим к цистерне. Кстати, здесь есть что-то еще, чем можно взорвать? Погрузчики есть всевозможные. Ну-ка, если с тебя контейнер скинуть. Контейнер, а что в нем? В нем ничего нет. Вот наша цистерна. Смотрим. Здесь также есть газовые баллоны. Ну-ка. Ах ты. И все газовые баллоны разлетелись. Понятно. Мне кажется, будем дольше таскать. Давайте просто цистерну использовать. Так, ну нужно знать, вдоль какой стены вставать-то. Где больше урона нам нужно наносить. Может быть здесь? Потому что здесь меньше стекла, снизу. Давайте еще теснее встанем. Ладно, пусть так. Побежали отдыхать, ждать фейерверка. Уже подготовим пистолет. Мы стоим очень далеко и будем дожидаться ночи, чтобы запустили фейерверк и чтобы ничего не было слышно. Тщательно подготовьтесь, а затем отдохните в фургоне. Все, наступила ночь, как будто бы. Запускают фейерверки. Мы начнем с вами все разрушение, именно с подрыва цистерны. 93,6. Так, все началось, все закрутилось. Давайте поджигать тогда. Все, что можно, поджигаем. Все деревянное жгем. Потом будем что-нибудь еще делать. Бомбы применять. Быстрее, быстрее, быстрее. 93,4. Да, все жгем, что горит. 93,3. Стена горит. Так, я сам бы не сгорел. Здесь что? А вдруг здесь газовый баллон стоит? Рвем замок. Здесь, но немножко дерева есть. Вау. Стол просто отпал. У нас 7,6 осталось. Еще столики. Все, сейчас будем начинать уже взрывать. Дотрачиваем до конца. Вау, здесь уже становится душно. Применяем пайп-бомб. 89,2. Так, эти бомбы опасные. Уходим. Вау, еле выжил, смотрите-ка. 83%. Что у нас еще есть? Только шотган, пистолет. Так, мы не можем так разнести-то. У нас только дробовик остался. До основания разнести. Кондиционер. Ай, нас спалили. Или нужно было еще сбежать? У тебя закончилось время, попробуйте еще раз и найти более короткий маршрут. А вот это необычно. Тщательно подготовьтесь, а затем отдохните в фургоне. Тщательно. Нам нужно собрать всю технику, которая взрывается. Что там было? А, можно выключить, понятно. Ты кто такой? Что, миниган нашли?
А ты кто? Rocket Launcher, смотрите-ка. Вот как. Так у нас столько всего теперь будет. Вот почему я не мог бы разрушить этот центр-то сам. Танк. Огонь. Ах, вот как нужно готовиться-то. Вот это я понимаю. Смотрите, ну-ка поднимаем. Огонь у нас левая кнопка мыши. Все, танк готов. Первый. Второй танк. Подготавливаем. Будем стрелять совершенно в другое место. Вот сюда, допустим. Ой-ой-ой, не ломай. Тут что-то еще есть интересненькое. То есть мы сейчас будем военной техникой разрушать? Смотрите, даже такая машина есть. Огонь, левая кнопка мыши, фантастика. А, так понятно, теперь-то мы все разрушим. Объезжаем с другой стороны. Так, почему? Я на вывеску встал. Вот как можно разрушать, значит. Очень непроходимая машина. Такие никогда не покупайте себе. Нельзя застревать. Все, я готов. Сейчас еще подведем машину. Получается, цистерна-то нам особо не нужна здесь. Огня нет. Ты кто такой? Тоже огня нет. Фургон мороженщика. Он только для расчистки пути может подойти. Ничего себе, ну то, что мы миниган нашли. Вы кто такие? Еще танк есть. Задний ход. Ну, танк это мощная, конечно, штука. Причем я даже ни разу не стрелял из танка в этой игре. Я не знаю, как он будет уничтожать. Но похоже, он очень мощный. Так, ну все. Вылезаем. Пока что так даже попробуем. Сейчас подгоняем цистерну. Эта миссия оказалась интереснее, чем ожидалось. Так, эту в сторону уводим. Ничего себе, танк есть. А я думаю, как можно разнести здание на 100% с нашими-то запасами? Ведь это нереально. Значит, вдоль самой дальней стены встанем. Ёкарный вышин. Только не врезайся, у нас вообще все накроется тогда. Что? Я, похоже, в кондиционер врезался. Ну вот так как-то. Все, побежали отдыхать. Давайте тогда подготовим пистолет. Выстрелим по цистерне и начнем эти страшные действия. Так, ну все. 2 минуты у нас есть. Танк на месте стоит, ура. 2 минуты. Так, меня самого-то не заденет. 89,9. Класс. Проверяем, на что способен танк. Так, ну-ка, как поднимать? Поворот. Видели? Можно подняться случайно на горочке. Все, больше выстрелов нет. Убегаем. 82,6. Так-то немного разрушили. Дальше. Ой-ой-ой, похоже, мимо прошло. Отъезжаем. Все, тоже ноль. Побежали к следующей машине. Готовим сразу же бомбы. А, вот как. И вылезаем резко. У нас есть вообще Rocket Launcher даже. 5 выстрелов. А нам самим-то нужно убегать вообще отсюда? Миниган. Миниган даже 6. Ничего себе мощь. Мы можем резать просто им. Давайте издали. Выполнили, выполнили. Где наша машина? 9 секунд осталось.
Все, залезаем быстрее. И сматываемся. Ничего себе разнес. 5 минут 30 секунд. Вот что осталось от здания. Продолжить. Да, интересно, были ли еще какие-нибудь установки? Вы получили новый ранг. Баллистика. Ах ты, и мы сами заслужили рокет-лаунчер. Неплохо, на. Телек не разрушим. Заходим в сообщение. Антон Вульф выполнено. Гордон Ву. Это маленькое отродье, он снова нанес свой удар. И ты не поверишь, в какой бардак я вернулся домой. На уборку уйдут недели, а страховая компания даже трубку не возьмет. Химический завод — это вся жизнь Ли. Я собираюсь вывести его из строя. Электростанция — это сердце всего предприятия. Я хочу, чтобы она исчезла. Саботирую систему электроснабжения предприятия химиката Ли. Поместите большую бомбу в отмеченную зону у турбин плотины и взорвите. Давайте посмотрим в окрестностях, есть ли здесь лодка. Да, лодку уже вижу. Все, понесли до нее. Нам иначе никак не доставить бомбу. Курсор вверх поднимайте и на шифте идите. Так, ну лодка должна подъехать, конечно. Бомбу иначе утопим. Все, газанул, ура. Сейчас ничего не помешает ее занести. Залезаем. И поплыли наконец-то. Так, бомба не... Не тони, не тони. Она такая тяжелая. Все. Но бомба наполовину в воде. Состояние транспорта, смотрите. Наполовину разрушен. Получается. Это единственный способ. И сейчас нужно будет разворачиваться задом. Задний ход. Ой-ой-ой. Нет, бомба, а не падать. Она такая тяжелая. У нас даже катер загибает вниз. Швартуемся. Лучше впритык прямо. Все, получается потихоньку. Давайте бомбу закидывать. Детонейт. Ах, вот как. Уплываем быстрей. Сколько у нас времени-то? Похоже, время есть. Йоу. Пожарная тревога. Смотрите, что нужно будет разбомбить. Смотрим. А, кстати, мы недалеко. Давайте там и останемся. Ничего себе. Вот это у нас будут последствия сейчас. Так, готовим пайп-бомб. Есть значок нужно, есть дополнительно. Йоу, дверь же открывалась. Ладно, открываем. Похоже на втором этаже, да? 7 метров выше игрока. Попасть можно. Лестница. Ах ты, она только сверху. Давайте планку использовать. Планка. Хватаемся. И вот так перебежим как-нибудь. Не получается. Все, получилось. Эта дверь открывается. Можем выше попасть. Смотрим. 3 метра выше игрока. То есть на самом верх. Вот здесь нам нужно что-то разнести, да? Та же высота, что и у игрока. Давайте заряжать сюда бомбу. Выходим. Выполнено, ура. Смотрим далее. Так, теперь нам нужно будет покупаться в воде немножко. Возвращаемся на катер. Лучше на нем перебраться. И выбегай. Так, здесь ли? Та же высота, что и у игрока.
пока так. И разносим. Может быть, одной хватит? Смотрим. Нам нужно же только разрушить. Да, три. Выполнено. Та же высота. Это место найдено. Можем даже рокет-лаунчер использовать. Еще есть дополнительные цели. На. Есть, выполнили. Миссия закончена. Ну-ка. Что дополнительного? Сзади. 8 метров выше игрока. Где-то здесь? Или ты? Точно. Какие-то электрические установочки маленькие. Что еще? 9 метров выше и та же высота. Та же высота. Для начала ищем нашу высоту. Вперед справа. На. Выполнено. И в другом здании 9 метров выше нас. Вот здесь. А, вот ты где. Рокет лаунчер. И тогда уж выполним последнее задание. 12 метров выше игрока. Небольшая башенка. Да прямо отсюда постреляем. А, все вижу. Сбоку. Ах ты, недолет. Что, недолет? Есть. Сматываемся. Возвращаемся к своей машине, на которой приехали. Отсюда на забор. Допрыгнул. Вот наша машина. Ничего себе, дерево улетело. Я не по дороге уехал. Эта миссия была достаточно интересной. Смотрите, какая красота. Вот здесь нужно настраивать фоторежим и делать превьюшку. Кстати, может, сначала все разнесем? Фоторежим, смотрите, в момент взрыва. Я могу быть в любом месте игры. Но так вся красота игры и не видна, если мы стоим рядом с огнем. Сохранили. Заходим к себе. У нас уже все горит. Слушаем сейчас новости. Смотрим сейчас сообщение. Джиллиан Джонсон. Должна сказать, что я очень доволен нашим плодотворным сотрудничеством. Я хотела бы продолжить наши отношения с тем, что мы называем мотивационными напоминаниями. Это маркетинговый прием, который мы иногда используем для ключевых клиентов. Недавно у меня была встреча с мистером Аманатидесом по поводу политики компании Blue Tide Inc. Давайте выполним ее задание. Мотивирующее напоминание. Уничтожить пропановые баллоны мистера Аманатидеса для Джиллиан, чтобы продемонстрировать истинную ценность надлежащего страхования. Что? Это как из машин воруют навигаторы, разбивая стекла, чтобы люди ставили машины на платные парковки. Так, где вы, баллоны? 9 метров выше игрока. Видите, сразу показано. Пропан-танк. Нам хватит, получается, и пистолета. Ну-ка, где ты? Он недалеко от нас. Дверка спокойно открывается. Кстати, ты маленький или большой? Сзади нас 5 метров выше игрока. Где-то здесь. Хорошо, нам проще подняться. Я все патроны потратил. Вот он. Тогда магнитную бомбу ставим, чтобы смотаться успеть. Быстрее ныряем. Все, пожарная сигнализация заработала. Смотрим дальше. Рядом слева от нас, 4 метра ниже игрока. То есть где-то прямо у моря. Где-то вот здесь. А, так прям под нами. Здесь можно использовать дробовик. И это было дополнительное задание, кстати.
Дальше основное, та же высота. 17 выстрелов есть. Где же, интересно, ты? Нам постоянно дается 20 минут, хорошо. Мы будем укладываться, похоже. Это была основа. В этом маяке, 16 метров выше игрока. Пригодится рокет-лаунчер, получается. Давайте посмотрим, пробьем сначала весь маяк. А, вот ты где стоишь. На. Что? Непонятно. На сам маяк, интересно, можно попасть? Если да, то мы справимся даже с дробовиком. На маяк и так можно было попасть. Ах ты, ничего не видно. Все нашли. Так, меня сейчас, похоже, убьет. А вдруг нет? Не сильно много здоровья-то я отдал. Выпрыгиваем. Так, смотрим в воздухе. Что еще? 3 метра выше игрока. Но это, наверное, пока я падал. Газобаллон. Не попадаю. Где-то здесь. Вот так заходим в дом. Не здесь. А вообще в самом начале. Еще и ниже нас. Значит, нужно выходить. Вот это место. Что? Не здесь. Нашли. И это все можно делать вблизи. Дальше. Основа. 2 метра выше нас. Значит, где-то здесь на втором этаже, да? Или та же высота теперь уже? Та же высота. Все двери, главное, открываются легко. Подворовываем немножечко. $20 забрали, но непонятно зачем. 2 метра ниже нас уже. Как это? Снесли замок. А где 2 метра-то? Тогда давайте бомбу используем, обычную. И заходим. Нашли. Выполнено. Что дальше? Еще основа есть. Та же высота. Получается, здание оббегаем. Пока что оставляем трубные бомбы. Где-то здесь. Через забор. Через забор. А может, надо обойти? На. Получилось. На крыше еще есть. Интересно. А может, так докину? Смотрите. Что? Я не докинул. Но все-таки. И нам нужно каким-то чудом залезть. Как мы это сделаем? Никак. Побежали искать эту крышу. И по крану залезем. Не зря он здесь стоит. Нам нужна крыша здания. Так, лестница. Или труба. Что, залезает? Не залезает. А есть лестница? Нам нужно как-то попасть на самый верх. Хотя можно все сделать наугад, смотрите. Йоу. Не выпадать. Наугад, смотрим. Далековато. Сейчас встанем ближе к баллону. Вот он. А, перелет. Настолько сильный. Опять перелет, понятно. Ставим планку. Может, залезем? Планки почти бесполезные получаются.
Я себе делаю ступеньку, чтобы залезть. Так, что там можно было взять? Вот он, баллон, ура. Снесли. Выполнено полностью все. Теперь ищем нашу машину. А, так она рядом была. Это вообще была лодка. Все задания выполнены. Новый рекорд 8. Что 8? 8 заданий? Крекер Джек. Новое оружие. Миниган дали, ура! То есть я могу в режиме стрельбы выйти в фоторежим? Или кто ты? Лив Блауэр. Сдувать что-то? Похоже, это листодув. Ну-ка, в фоторежим выходим. Все дрожит, смотрите. Из ниоткуда идет поток воздуха. Гордон Вуз, мне достаточно, ха-ха. Я чуть не подавился эспрессо, когда включил новости. Умора, я ржу уже все утро. Оказалось, что бомба сработала даже лучше, чем я планировал. Отличная работа. А вот и Париса Тердиман. Я просматривала компьютеры Blue Tide и, кажется, кое-что нашла. На самом деле, это может быть больше, чем я сначала думала, и гораздо глубже, чем просто Ли. Blue Tide контролируется неким мистером Аманатидесом, но официальных записей о нем нет. Как будто его не существует. Большая часть информации удалена из компьютеров, но я помню, что видела спутниковые тарелки на некоторых зданиях, и мне пришла в голову идея взломать их и загрузить данные для связи напрямую. Давайте выполним задание полицейской. Загрузите данные связи с 3 спутниковых антенн и как минимум 2 коммуникационных терминалов. Остров охраняется вертолетом вооруженной охраны, который прибывает вскоре после взлома первой цели. Сначала просто, значит, попробуем что-нибудь сделать. Посмотрим, насколько быстро прилетит вертолет. Где наша первая цель? 8 метров выше игрока. И как раз здесь есть кран. Мы играем на той же самой локации, только ночью. Пролезли. Эти тарелки светятся. Ах ты, вот она где. Как подойти? Ах, нужно ее взламывать. Давайте тогда просто ее собьем. Отпало. Так, и похоже вылетел вертолет. Побежали искать следующее. Так, основная цель. 8 метров выше игрока, побежали. Где вертолет-то? А, все, вычислил меня. Уже стреляет. Прикол. В воду. А, или он вечно будет стрелять? Все, конец. Значит, мы с вами тарелки не должны сбивать, чтобы не привлекать внимание. Просто будем их взламывать. Пробираемся к первой спутниковой тарелке. С нее начинается самая жесть. Это самая сложная миссия из всех. Так, дальше. Сначала смотрим основные цели. Та же высота, что и у игрока. Да, знамя выдвигается. Вот она, тарелка. Знамя выдвигается вертолет. Может быть, добегу чудом. Да, получилось. Вообще, без единого выстрела добежали. Нашли лестницу на 2-й этаж. Так, ничего себе. Вот здесь меня могло убить. Откуда он знает, где я нахожусь? 2 метра выше игрока. Нам еще нужна либо лестница, либо длинные руки. Вот она, да, тарелка? А, я себя выдаю, понятно. Может, сможем? Что? Взломали, сматываемся. Ищем следующие цели. Уже 2 основные цели выполнили. Останется несколько второстепенных. Справа в теплице кто-то есть. Так, у нас же есть пайп-бомб. Пробираемся. Где здесь? Какая высота? Та же высота, кстати, справа от нас. Вот устройство, ура.
Рискнул, конечно же. Заходим обратно через ту же дыру. Прикол. Кстати, не выберешься. Все хорошо, выбрались чудом. Одно дополнительное здание выполнили. В ангаре есть 5 метров ниже нас. Не будем выполнять. Побежали сейчас как-то налево. Надо между зданиями перемещаться. Я замедляюсь, кстати. Пипец, все, конец. Чудом просто клемался. Ты устройство или нет? Какая-то касса. Ладно, пока что в здании отсидимся. Ждем. 4 метра выше игрока. Кстати, можно было здесь тоже отключить. Еще одна дополнительная цель. И осталась одна основная, и все. Ну как все? Это очень сложное задание. Нас просто уничтожают. Смотрим. Основа у нас 13 метров выше игрока. Нужно добежать до того здания как-то. Но как это сделать? Есть пещера. Пипец. Под лестницу, что ли, залезать? Нам нужно здоровье, видите, как-то сохранять. Забегай. Он нас просто бомбит. Все, скорее всего, не знает, где мы находимся. 14 метров выше игрока и сзади, причем. Залезаем. Так, ты окно или нет? Давайте вырежем. Ах ты, это просто стена. Не пробивается. Давайте магниту бомбу поставим одну. Ну, неплохо. Эту дверь подготовим выстрелами. И по замку, на всякий случай. Жесть, он прямо над нами. Понятно. Это самое сложное задание. Жесть, прыгаем. Спасибо, спасибо, спасибо. Фантастика. Он же сам бы, он сам мне и помог. Подождите, я не могу открыть. Так, это рыбки здесь. Нам нужно бежать. Что? Аж налево, далеко. Ну, пробегаем, рискуем. Он всегда знает, где я нахожусь. Вот в это здание нужно попасть как-то. Он вообще улетел далеко. Кстати, мы можем через дом же попасть. Заходи, быстрей. Компьютер взяли. Так выходи. Вышли чудом. А, знает, 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 знает. Побежали. Пока просто в воду. Жесть. Чудо, можно протиснуться? Да, пролезли. И теперь нужно как-то залезть наверх. Не, нереально. Обратно возвращаемся. Фантастика. Как мне прорыться вверх-то? Можно ли рыть вверх? То есть надо себя справа показать где-то. Давайте здесь нашумим и смотаемся в другую сторону. Я типа там. Он знает, где я. Так, мы очень близки. 15 метров выше нас. Но он знает, что я здесь. Фантастика. Кружит и кружит. Низко пока не смотрит. Давай, давай, давай. Давай. Долетай. Так, здесь молоток нужен. Залезай, вау. Залезли чудом. Это самая сложная миссия из всех. А, так нам даже здесь не пробраться. Вот так можно пробраться. Вот так. Дальше. Быстрее беги. Пробрались, есть. Все. У нас осталась последняя спутниковая тарелка. Ищем лестницу. Нашли.
Он же не знает, где я нахожусь-то. Так, она сзади нас. Вот она. Так, вырезаем. А, это кирпич. Шотган. Все. Есть, миссия выполнена. Теперь нужно смотаться как-то. Ищем. Наша лодка перед нами. Вертолет охраны уже выдвинулся. Нужно бежать направо вниз. Жесть. Представляете себе мощь. Пробегаем. Вау. Вот это падение. Забегай быстрее, есть. Пока не знаю, куда бежать. А, ладно. В пролом в стене. Забежали, смотрим, где наша лодка. Она слева. Ну хорошо, сейчас можно просто добежать на одном дыхании. А, вот же ты была-то, близко. Все. Супер миссию выполнили. За 8 минут. Продолжить. Получили новый ранг профессионал. Поступил новый инструмент. Что же там такое? Рокет бустер. Ах, это... Это получается... Напалм? Смотрим. Нет, ускоритель ракеты. Ну-ка, если самому встать. Ах ты, то есть если я подсоединю к машине, она ускорится? Вот как, супер, смотрите. Можем какие-нибудь предметы ускорять. Выходим на улицу, что у нас там есть для ускорения? Мы же можем так и машину ускорить. Или просто кран. Давайте отъедем. У нас сейчас будет скоростной кран. Раз, два как раз. Раз. А, они мгновенно атакуют. И поехали. У нас просто кран-ракета. Но ненадолго, он, видите, еще и тяжелый. Хорошее очень улучшение. Разработчики постоянно думают головой. Парис Тердиман, давайте посмотрим. Извини, что снова написала тебе, я как раз просматривала спутниковые данные, когда услышала о прорыве плотины на предприятии Ли. Я ждала случая, чтобы получить доступ к бухгалтерии Ли. Это последняя недостающая деталь в моем расследовании. Он прятал его в разных местах. Но сейчас все предприятие затоплено из-за какой-то аварии на электростанции. И он перенес все наверх, подальше от воды. На данный момент предприятие полностью пустое. Так что это прекрасная возможность заполучить эти документы. Давайте выполним последнее на сегодня задание. Называется затопление. Украдите бухгалтерские документы Ли для Парисы. Начинаем. Затопление. Ничего себе. Вот это да. То, что мы с вами плотину прорвали, смотрите, какие последствия. Ах ты, нам же сложнее искать. Хорошо, давайте сейчас украдем полностью все. Та же высота, что и у игрока. Получается, можно перемещаться по кубам. Шотганом пробиваем дыру. Чтобы можно было пролезть. Все удобно. Ах ты, конечно, когда мы будем забирать, заиграет сигнализация. А вот теперь начнем думать. Лодка, потом сзади нас что-то есть. Обратно можно вернуться или нет? Скорее всего, да. Здесь все так сделано, как лесенка. Вылезли. Ой-ой-ой. Покупались немножко. Похоже, в этом здании, да? Та же высота. Стекло. Стеклорсик. Неплохо. Дальше. Справа от нас будет та же высота, в другом совершенно здании. Кстати, можно попасть через верх. Видели, там стекло есть. Так, это, конечно, слишком расточительно стрелять из дробовика по стеклу. Та же высота слева, вижу что-то. Но все затоплено.
Как нам перебраться наверх? Есть лесенки. Вот и двери больше нет. Так, а где же ты? 2 метра выше, над нами. Забрали, ура. Так, еще есть на вышке. 8 метров сзади. Вообще все заберем. Прям нарисовали себе выход. Какое-то ограждение. Проверяем, открывается ли дверь. Открывается. Ничего себе последствия. Ах ты, йоу. Понятно, нужно быть осторожным, чтобы не свалиться. Да, легко украсть. Да, с вертолетом задание было очень напряженным. Вот еще здание есть слева. В самом главном здании. Можно, в принципе, сплавать. Наверное, будет быстрее, чем до лодки бежать. Мы еще видите, как отлично плаваем. Значит, сначала залезаем на эту будку. Но как? Машины перевернуты. Что? Ну-ка, дверь. Дверь открывается. А здесь лесенок-то нет. Пробуем открыть. Все, нашел лестницу, ура. У нас у дробовика остался всего лишь один выстрел. Есть. Дальше. Кстати, в машине что-то есть. 7 метров ниже игрока. Зачем в машине? Неплохо. И прыгаем вдаль. Здесь ли? Да, здесь. И, кстати, машина находится на траве. Не совсем уж все затоплено. Можем ему ковш отбить. Все. И ковш отпадает. Вот и наша машинка. Она спряталась за деревьями. Так, дальше смотрим, что. Осталось еще 2 дополнительных устройства. Та же высота. Но, кстати, далеко бежать. У нас есть же реактивное что-то. Может быть, можно на ящике уплыть или нет? Пробуем. Ставим ящик. К нему прикрепляем ракету. Ставим на ящик и поджигаем. Ах ты гад, он сейчас взлетит, да? Ну так, в принципе, неплохо. Ящик некоторое время пытался взлететь. Нам уже советуют убежать. Но мы будем искать оставшиеся 2 устройства. Тут каждое здание на каждое-то не похоже. Там еще катер. Спрятали, так видите, в листве. Да, в самых дальних зданиях. И мы с вами не проходим пока что. Мы с вами не проходим по росту. А, можно по губам перемещаться. Как по губам прямо. Вот, спокойненько. Та же высота, что и у игрока. А, урон слабенький. Попробуем прикрепить тогда бомбу. И хотя бы до контейнера. Есть. Что здесь, яхта? И в соседнем здании, прямо через стену. А, вот и где, хорошо. Не заходя, получается, возьмем. Есть, прошли. На катере выплывем сейчас. Так, а наш катер можно повреждать, интересно, или нет? Быстрее залезай. Проходим. Все разнесли. Прохождение составило 6 минут 15 секунд. Хорошо. Ах ты, это здание закончилось погоней. Состояние транспорта. Погоня? Супер, ничего себе задача. Погоня? Кто бы знал? Вот это я оставил на финал. Смотрите, я сказал, что у нас в предыдущем здании был вертолет, и это было сложно.
Но я же уже научился убегать. Ес, кто здесь, кто? А, это поезд, все, уходим. Так, все, заходим, заходим, меня сейчас убьют. С первой попытки не получилось выбраться отсюда. Потому что с вертолетом это очень сложное задание. Вылезаем сейчас. До моста как-нибудь. Не свалился, ура. Мы, получается, сейчас будем перемещаться по видам транспорта, по разным. Уже на машине едем. Ну-ка, можем проехать между вагонов? Нельзя. Да и неплохо. Залезли, дальше. Эта дверь не открывается, понятно. Срезаем петли. И замок. В другую машину. Ничего себе, вертолет постоянно знает, где мы находимся. Как так-то? Так, заходим. Еле просто зашел. Деревянная дверь разбили. Так, здесь стекло. Стеклорсик. Нам нужно скрываться. Выбираем пистолет. Пробили себе ход. И пока скрываемся. Все. Ах ты, молодец. Тут уже все загорелось. Как нам убежать? Йоу! Это заправка же была. Что? Это заправка реально. Заходи быстрей. Откуда, не знаю, где я нахожусь-то? Выходим. Почему заправщик не может выйти? Ничего себе, меня прям примяло. В машину. Машины менее уязвимы. Быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. В катер. В катер, в катер. Уплываем. Да неужто? Может, еще погоня будет? Новый рекорд один. Минута 47. Нас хоть домой-то отправят? Смотрите-ка. Водная полиция на катере. Или нет? Нет, это машина. Кого-то поймали. И одели в тюремную робу. Но не меня. Похоже, поймали того, кто первый под руку попался. Где, интересно, наша полицейская? Она, похоже, реально арестовала другого человека специально. Часть вторая, спустя 6 месяцев. Вот это да. Смотрите, как мы классно с вами остановим видео. Миднайтер. У нас получен новый ранг. Нам с вами за заслуги дали новое здание. И мы с этого с вами продолжим следующее видео.